Германии просили провести демонстрацию измельчителя, но сегодня будет немножко необычное видео, я весь в парадном, вы же видите. У кума день рождения, так что будут поздравления кума, демонстрация, и в конце для самых стойких и для кума будет анекдот. Ну, теперь демонстрация. Теперь хочу поздравить кума. Кума, с днем народження. Бажаю тобі сталевих нервів, міцного здоров'я, та щоб наші діти нас не цурались. В следующем видео я соберу и смонтирую все фото и видеоматериалы по этой дробилке с подробным описанием, как ее можно собрать самому. Ну, а теперь анекдот. Многие застали, а многие нет времена Советского Союза. Тогда для того, чтобы купить новый автомобиль, нужно было от организации или предприятия встать в очередь, заплатить деньги и через несколько лет получить машину. Вот один счастливый претендент на получение машины пришел в кассу, он уже встал в очередь, оплатил деньги, и кассир ему говорит: все, через 10 лет можете приходить уже за автомобилем, будет все готово. Он говорит: так, а через 10 лет с утра или вечером? Кассир удивился, говорит: а какая разница, это будет через 10 лет. Ну, большая. С утра просто у меня должен быть сантехник. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте видео, пишите конструктивные комментарии. Всем пока.